канун праздника Дня Учителя, 2 сентября 2015 года, в московской школе номер 2053 произошло грандиозное по масштабу мероприятие. Школьный парламент во главе с президентом Екатериной Беликовой организовал для своих педагогов День дублера. День начался с планерки дублеров, на которой школа на 3 урока была полностью передана ученикам, заменяющих всех учителей школы на различных предметах по расписанию. Директор школы Ольга Алексеевна Волкова в присутствии 64 учеников-дублеров официально передала свои полномочия ученику 11 класса Ерохину Александру для управления коллективом учителей-дублеров и организации образовательного процесса в школе. После того, как все вопросы были решены и ребята разошлись на свои уроки в классы по расписанию, всех педагогов и администрацию пригласили в актовый зал на интерактивный урок «Эмоциональный интеллект». Проводили урок старшеклассники, а ученица 8 А-класса Софья Жукова очень весело и эмоционально поздравила учителей и провела с ними игру «Крокодил». Сегодня мы рады приветствовать вас в нашем зале. У нас сегодня знаменательное событие – День Учителя. Конечно, каждый из вас здесь учитель. Даже вот ученики. Ведь мы же тоже кого-то учим, кто-то помладше нас, кто-то постарше. Но все мы учим и учимся. А значит, этот праздник для всех. Хотелось бы сказать, что сегодня очень-очень важный день для каждого из вас. Ведь сегодня вы можете расслабиться. Наконец-то вас не будут преследовать эти тетрадки и контрольные хотя бы на 3 урока. Вы сидите сейчас в этом зале на иголках, думаете, что там с вашими детьми. Не переживайте, все хорошо. Наши ученики со всем справятся. Конечно, сейчас мы будем с вами играть. Ну, сегодня вы в роли учеников, а сегодня я ваш учитель. Мы поменялись местами. Сегодня у нас день самоуправления, день наоборот. Но мы будем с вами веселиться и развлекаться. Катя Беликова рассказала немного об эмоциональном интеллекте и предложила посмотреть замечательный фильм. Также было предложено помечтать и нарисовать школу будущего. По окончании урока начался творческий конкурс «Две звезды». В концерте принимали участие семейные дуэты, учителя и ученики. Вся программа была очень разножанровой, интересной. В зале царила атмосфера позитива, доброжелательности и солнечного настроения. Замечательный танец подарили учителям ученица 4 А-класса Землякова Валерия со своей мамой. Thank you.
Ну а в то время, пока наши педагоги наслаждались концертной программой, в школе усердно работали дублеры. Школа жила обычной повседневной жизнью. Учителя-дублеры проводили уроки по расписанию, следили за детьми во время перемен и кормили ребятишек завтраками в столовой. Каждый был на своем месте и при деле. Завершился день дублера итоговым педсоветом, на котором были отмечены завучами-дублерами и директором Сашей Ерохиным лучшие ребята, у которых прошли интересные уроки, и дисциплина была на высоком уровне, и работа в классе была наиболее продуктивной. Каждый из ребят смог поделиться своими впечатлениями и рассказать, что получилось, а над чем нужно еще поработать. В заключении педагогического совета директор-дублер Александр Ерохин с честью и гордостью передал свои полномочия директору школы Ольге Алексеевне и предложил провести повторный день дублера в канун Международного женского дня 8 марта. Ольга Алексеевна поблагодарила ребят, поздравила их с дебютом в роли учителя и дала согласие на внесение Дня дублера в традиционные мероприятия школы 2053.